Дорогие друзья, всем огромнейший приветик. Сегодня у нас на обзорчике вот такая вот очень и очень редкая форма для вареников, либо для пельменей, не знаю, как лучше сказать. Пришла она мне с Авито, я уже делал распаковочку, ну а сейчас мы будем делать детальный обзор. При распаковке я говорил, что треугольной формы вареника я не видел, но я немножечко ошибся. На самом деле я видел на картинках такие формы, но сама пельменница, вареничница, она была такая квадратная. А вот чтобы она была ромбообразная, я вижу впервые. И там, по-моему, были не равнобедренные треугольники, а здесь, видите, они такие ровненькие. То как бы и есть необычность и редкость этой пельменницы-вареничницы. Давайте посмотрим по весу. Она, в принципе, не такая тяжелая по сравнению с другими экземплярами. Ну, вы видите, вот типа 630 грамм она всего весит. Но, тем не менее, она металлическая, она тяжелая. Ну, допустим, давайте я возьму вот эту пельменницу редкую свою. Видите, она 1000 весит, кило. Вот. Но, тем не менее, она тяжелая и добротная. Посмотрим размеры ячейки в стандартной пельменнице. Ну, где-то типа 3,5 сантиметра. Ну, сколько тут? Смотря как мерить, как говорится. Вот здесь 3,5, а если от ребра до ребра, то 4. Ну, будем считать, что 3,5. В принципе, 3,5 стандартный размер ячейки. То здесь размер ячейки у нас 5 сантиметров будет, если мерить по ребру. Ну, а по внутреннему ребру, ну, 4 будет. Вот. Я ее отмыл от предыдущих хозяев. Давайте посмотрим, что у нас на обратной стороне. Ну, во-первых, такие вот круглые ножки, которые, ну, на мой взгляд, видите, она ходит, то есть они не отбалансированы. Так, здесь у нас цена и эмблема завода-изготовителя. 2 рубля 9 копеек стоила эта формочка. У меня никакой инструкции, ничего к ней нету, но понятно, что цена современная, то есть после реформы 1961 года, когда отрезали 10 нулей. Ну, 0 отрезали, если быть более, как бы более правильно говорить. Давайте посмотрим состояние нашей формочки. Ну, в принципе, она вроде как типа нормальная. Ровные ребрышки, более-менее. Единственное, я заметил, что в 4 местах есть такие вот, я не знаю, что это, следы от штампа или от чего. Они, ну, не очень ровные. Вы можете вот так вот визуально посмотреть. Я вот пальцем провожу, и они неровные. Вот здесь еще одна такая же. А вот здесь она вообще даже шершавая, то есть скалка будет ходить. Так, я не знаю, как вам показать, но, в общем, она здесь шершавая, вот в этом месте, и получается, скалка будет ходить, она вообще будет плохо прорезать это место. Но здесь вообще наш, вот видите, она как трещотка здесь. Вот, но тем не менее, в общем-то, такое состояние вроде бы норм. Ну что же, неплохая формочка, очень привлекательная, редкая. И давайте мы сейчас раскатаем тесто и проверим ее в работе, как она у нас будет действовать. Так, ребятки, раскатали мы 2 пласта теста и начинаем работать. Основная проблема подобных формочек, то что их надо очень хорошо припылять мукой. Я не люблю, когда пельмени все в муке. Так. Поэтому это существенный минус всегда. Но чтобы они хорошо вывалились из формы, мы применим это припыление. Я раскатываю на тесто-раскаточной машинке, поэтому у меня будет покрыта не вся форма, а только часть. В группе одна женщина мне подсказала, как можно сделать внахлёст 2 слоя теста. Но что-то мне, честно говоря, неохота с этим возиться. Я думаю, мои зрители меня простят за мою лень. Так что у нас будет только половина формы. Но
посмотреть работоспособность мы можем и на половине. Раскладываем начинку. Так. Я думаю, что такой вот существенный минус в треугольной форме, в отличие от круглой, куда мы вот заложили шарик фарша, и он вроде бы там уже готовенько лежит. Здесь вот, ну, мне покоя не дает, что в треугольной форме лежит круглый шарик. Вот хочется, прям вот руки сами чешутся, вот его немножечко так вот по уголочкам-то раздвинуть. Все вроде бы ничего, но лишняя как бы операция, она замедляет весь процесс. Но мы все равно будем это делать, потому что все-таки хочется, чтобы было красиво, а не просто накидать непонятно чего, каких-то уродливых комков теста с начинкой внутри. Все-таки хочется, чтобы было все аккуратненько. Так. Ну, как-то так. Накрываем второй слой теста. У меня он тоже получился большой, но это ничего. Вот так вот мы прижали. И, наверное, сверху я немножечко тоже припылю, чтобы лучше каталась скалка. Ну что же, самый ответственный момент. Начинаем прокатку пельменей. Положу я, наверное, вот так вот, чтобы мне было удобней. Сначала я слегка намечу краешки без нажима. Ну и начинаем прокатку с нажимом. Раз, два. Так. Края не очень ровные, поэтому вы видите, где-то они уже отошли, а где-то вот мне надо прям вот ребрышком надавливать. Вот. Но, тем не менее, вроде как выдавилось. Большего нажима, я думаю, тут уже не требуется. Снимаем кромку. Кстати говоря, видите, она немножечко прилипает к липкому металлу. Я думаю, что это какой-то пищевой алюминий. Так. Ну, это общая проблема металлических пельменец. Я миллион раз об этом говорил. Ну что, самый ответственный момент. Мы будем выкидывать наши пельмешки. Начали. Хоп. Ну, как-то вот не очень-то. Все выпрыгнули, но смотрите, сколько я сделал усилий. Так. Пельмени получились, смотрите, все в муке. Вот этот не разлепился. Мы его сейчас так вот. Хопочки. То есть ребрышки, они плавают. Видите, где-то она хорошо вырезала, где-то не очень. Вот. Но как-то, в принципе, ну, аккуратность на четверочку, скажем так. Очень даже. Ну вот, ребятушки, наш результатик. Вот такие необычные по форме пельмешки. Думаю, что для тех, кто делает постоянно домашние пельмени, треугольная форма будет как-то разноображивать, скажем так, наскучивший вариант вот этих обычных гаек. Так что такая вот треугольная формочка очень и очень прикольная. Давайте мы теперь посмотрим, что у нас получится в вареном виде, как у нас эта форма скрепляет края. Пока у нас вода закипает, немножечко покажу, как получился пельмень в приближенном виде с разных сторон. Как вы еще раз можете видеть, он очень обильно получился в муке. Кромочки, ну, в принципе, так на четверочку ровные. И ну, такая вот прикольная треугольная необычная форма. И, как вы можете видеть, в уголках не очень
хорошо лежит фарш. Вы видите, они вот просвечиваются, то есть там как бы воздух остался. Хотя я пытался туда, вы сами видели, как я пытался всеми силами туда распределить фарш, но тем не менее вот уголочки остались с воздухом. Так, закладываем пельмешки в кипящую воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Хоп! 13 штучек. Так, достаем пельмешки. Вроде сварились неплохо. Итак, ребятки, получились у нас вот такие вот треугольные пельмешки. Ну, собственно говоря, нормально, в принципе, по форме. Ни один не разлепился, но немного они такие вот вяленькие. Воздух как бы особо не сыграл то, что он там в этих краях, то есть ничего не лопнуло. Давайте посмотрим, что у нас в ближайшем рассмотрении. Вот такие вот. Так что, в принципе, формочка лепит нормально, рабочая. Вот. Попробую, что получилось по вкусу. Ничего, только немного не досолил, пресновато. Что же, ребятки, если подводить итог по этой форме, то она, ну, нормально работоспособная. Хорошая такая решетка с необычной треугольной формой. Как видите, все вот эти огрехи, они особо не сыграли роли, то есть все слепилось нормально и относительно нормально вывалилось. Ну, для металлических пельменей это нормально вообще. Вот. Хорошая штучка, ставлю ей хорошую оценочку. Большое было все-таки разнообразие советских пельменей. Сейчас они только одного вида есть. Просто клепают копии. Вот. Я доволен покупочкой. Хороший образец в мою коллекцию. Вот, ребятки, на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а я пойду дальше долепливать пельмени. Всем пока!